Да, я знаю, что ездят тут машины, которые следят за тем, чтобы все оплачивали. Вот, и поэтому я всегда плачу, чтобы штраф не приходил. Те же водители, которые игнорируют установленные правила, становятся нарушителями закона Краснодарского края, который обязывает автовладельцев оплачивать парковочное место на прибордюрных муниципальных платных парковках. Паркомат у нас заработали 24 февраля этого года. И, соответственно, на данный момент уже так называемые письма счастья пошли к тем нарушителям, которые не оплатили парковку. Поэтому огромная просьба к нашим автолюбителям все-таки оплачивать это своевременно. Напомню, что есть 15 минут у нас бесплатных для того, чтобы человек мог оплатить. Ну и также хотелось бы сказать, что штраф, он не освобождает, скажем так, от оплаты того времени, которое зафиксировано нашими парконами на платной парковке муниципальной. Автомобили с системой паркон пока работают не все 24 часа в сутки, но уже с апреля за автомобилями, припаркованными в зоне платной парковки, будет вестись круглосуточный контроль.